Итак, всем привет на моем 209-м стриме. И сегодня у нас последний уровень Wings of V. 21-й стрим по этой игре. И у меня не работает, подождите, управление. А, не, все, работает. Просто игра была свернута. Привет, Ксенрир, ты успел к началу стрима. Да, вроде довольно редкое явление. Ну что ж, 70% пройдено. 5263 смерти, потому что на этом последнем уровне я нафармил просто дикое количество смертей. Сколько, по-моему, ну сейчас мы увидим, 500 с чем-то. И 42,5 часа уже прохождение заняло. Это 42,5 часа, это больше, чем средняя JRPG. Вот даже Ксенрир не даст соврать. Не, ну конечно, бывает там и больше, но в среднем JRPG тогда 36 часов проходится за 40, ну вот такое. Текс, да, и 649 смертей мы на этом уровне за час 20 нафармили. Это охренительно. Так, посмотрим, что нам тут нужно сделать. Угу. Нам нужно 4 раза задеть вот это вот, вот это вот, как это назвать-то, даже не знаю. Допустим, я делаю сейчас подкат, крылья, потом прыжок один. Давайте мышкой могу показывать. Делаю подкат, крыльями сюда подлетаю, делаю прыжок, прыжок сюда, прыжок сюда. Скорее всего, надо сразу прыжок делать сюда. И потом крыльями... А, не-не-не-не-не, это так не получится. А, наверное, надо... А, я, кажется, понял. Наверное, надо делать как-то... Так, подкат, крылья, прыжок, прыжок. Потом прыжок сюда. Еще прыжок. И крыльями сюда, но это только там еще один останется. Да, давайте надо хоть раз попробовать. Блин, что-то вообще пока непонятно. Привет, Индивис. Мы тут страты разрабатываем. Ну, короче, пока непонятно. Четыре раза нужно попасть на него. Ой. Раз, два. Да попади ты на эту. Раз. Нет, так не получится. Два. Там платформа снизу есть? Я не видел. Там платформа снизу есть. Стоп, а это может быть секретка, да? Нет, это не секретка вроде. Хотя, не, может все-таки секретка. Надо налево полететь. Нет, это не секрет, значит, это что-то нужно, походу, для прохождения. Типа так, так. И потом на нее попасть, да? Раз, два. Пропустил, ну, ну прошу, ну а как, ну ты же видел удачные попытки, то есть, ну, как и планировал, то есть я отсюда прыгнул два раза, выстрелил, потом крылья сделал, второй раз выстрелил, и потом тут так прыжок, и сюда, и все. Как бы, как я и планировал, так и получилось, и потом такой пришел сюда, fuck yes, safe.
Так. Да не так я хотел. Блин, не могу придумать, подождите. Вот головоломочка, пипец. А с нижней платформы я могу как-то допрыгнуть? Да блин, чё она такая кривая? Да хорош. Сегодня все в шкалку пошли. 1 сентября. Так что теперь зрителей будет в 4 раза меньше на СКДВ-ТВ. Да и на Твиче тоже. Ну, линейка, да. А, ну там еще бывает по-разному, там бывают еще разные вещи, там типа учебники из библиотеки набрать, еще что-то, ну не факт, что вернуться уже к этому времени. Ну опять же, смотря какой класс, если там 11 класс, то они вообще не пошли, ну хотя там любой класс мог не пойти. Что самое интересное, ну для меня, я не был на линейке в первом классе. Я начал учиться 4 сентября. Да, у меня школа в... Ну, как сказать... Ну, давай так скажем. Забор школы в 50 метрах от дома где-то. Но я ничего не слышал, потому что у меня этот стеклопакет дурацкий. Блин, да я хочу хоть раз разбить ее. Разбил. Ну смотрите, с нижней платформы. А, окно было открыто. С нижней платформы я, по-моему, никак вот туда не смогу, да? То есть, если, допустим, представить, что я открыл и у меня живая нижняя платформа, то, по-моему, я туда направо никак не залечу. То есть мне нужно сохранить либо нижнюю, либо верхнюю платформу. У вас есть какие-то идеи? Может мне булава мешает, она слишком тяжелая. Вот, шарф поможет летать. Покерфейс, ясно. А, нет, так это точно неправильно. Я же на верхнюю платформу-то не вернусь никак. Надо вот эту штуку, которая, видишь, ну, пульсирует, да? Ее нужно 4 раза задеть, причем с задержкой как минимум там где-то около 2 секунд. Ну, то есть, ну, нельзя просто заспамить, да? Вот, и когда 4 раза задену, то справа исчезнут вот эти штуки, они исчезнут. А мне туда надо пройти. Вот эти платформы, они разрушаются после того, как я на них встану. Есть 3 платформы. 1, 2 и 3.
у меня есть подкат, потом у меня есть вот такой полет крыльев, то есть вот он, да, есть прыжок и два, и второй прыжок, но я могу это комбинировать. Так, значит, мне надо в последнюю очередь использовать правую нижнюю платформу, да? Тогда мне... Ну, тогда, получается, в первую очередь мне надо использовать все равно верхнюю, потому что потом я где-то никак не вернусь, чтобы она была не последней. Вот, значит, нужно вначале использовать верхнюю, потом нижнюю слева, потом нижнюю справа. Но как мне тогда сделать, чтобы я 4 раза задел эту штуку? Раз. Нет, тут как бы по-любому надо... То есть тут единственный выход это вот так. Ой, да я брал. По-другому никак. Потом раз. Ну вот, но мне почему-то не хватает одного. Понятно. Понятно, Индивис. Так, давай без этого, Индивис, пожалуйста. Не надо говорить, что дальше сложно. Это не дизмораль. Не дизмораль стримера. Так. Хорошо, значит нижняя платформа это последняя. Две трети. При этом рак. А, не так. Блин, но это все равно не хватит. Ну, то есть все равно мне один останется. А как сделать-то? Нет, так не вариант в любом случае, потому что я потом не долетаю. Стоит платформа, которая справа. Я не могу два раза его задеть. Сейчас, надо подумать еще. А что если вначале использовать ту, которая справа снизу? Тогда я могу, допустим. То есть я как бы через верх, получается, допустим, да? Где там, блин, мышка? Не понял, почему у меня мышка перестала отображаться на игре? А вот. То есть получается через верх, вот здесь может быть проскочить. И что мне это даст? Я могу сюда, но потом я только сюда. Ну вот я только что это продумал, нет, это не получается, да, никак. Может надо вернуться направо, хотя опять же, что это мне даст? Ну то есть... Типа вот так как-то. Ну а это мне ничего все равно не дает.
Так, что же тут тогда может быть такого? Что-то у меня с головоломочками проблема. Не, в начало... Нет, в начало вообще не вариант. Ну просто, ну в начало не вариант, потому что... А, хотя... Не, сейчас надо попробовать. Но, по-моему, нет. А почему Санчес? А что Санчес? Не, может быть и можно в начало вернуться. А почему Санчес это? Я, видимо, не понимаю какого-то прикола. Блин, да, Ксенрир затащил, короче. Мастер решения головоломочек? Ну я понял, мастер. Не, Ксенрир мастер решения головоломочек. Все, запомнили, записали. Блин, вот а я не смог догадаться, но все, тугодум. Детектед. Блин, это сложная хрень, это сложная хрень. Вот это вот туда попасть. Давайте потреним это. А еще вот этот нижний. Блин. Нет, не так. А как там, лол? Что-то там, может там тоже подкат надо делать? А, ну да, там просто платформы это не будут уже мешать. Ну, ну короче, осталось сделать. Что сделал? Забыл страту. Оп. А сейф? Нет, да ладно, а сейф? Ну охренеть. Жесть. Да блин, неужели нельзя попасть? Да, на изи платформу по-любому, я думаю. Блин, ну ладно, давайте, что стоять-то. Так, я падаю, делаю крылья, так, давайте оружие. Вот это поставим. Значит, я начинаю падать, делаю вправо крылья, стреляю. И там, в принципе, прыжков свободно хватает. Ну, давайте. Ох, да чё за фигня тут, лол. Ну, охренеть, да, лол, вообще жесть просто. Чё за жесть, где сейвы вообще? Я чё, на рейпе играю, что ли?
Привет, Кощей. Блин, вот мне интересно теперь посмотреть, там вот Defender на ангел моде проходит. Насколько здесь будет изи. Но мне кажется, тут будет сейф на каждой вот этой комнате. Хотя обычно сейвы видны, которые на ангел моде, они такие маленькие, просто их взять нельзя. Но обычно их вроде видно, что они есть. Хотя, или может быть в новой версии Злогрин это убрал. Потому что что-то я давно их не видел. Да блин, какая точность нужна. Блин, сбил прицел, о. Тонны грустных школьников иду за ручку с мамками. Бывает, Ксенрир. Привет, фломастер. Чё я сделал? Я чё-то забыл. Так, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Да уйди ты! Фух. Привет, Кадео. Опа. Закрыто. Так, тут секретки нет? Окей, нету. Что за платформинг? Ой-ой-ой. Жесть. Походу надо как-то тут изворачиваться и бить их. Да, надо думать. Это идеальная игра просто. Ну, кто опять же не знает, вдруг там вот новые какие-то люди подошли. Doom It Mode, это такая есть галочка, ее можно поставить при старте игры. Тогда, ну, все враги будут ваншотать абсолютно. То есть абсолютно все будет ваншотать. И эту галочку можно поставить на любом режиме сложности. То есть это именно это не зависит от режима сложности, это такой как бы дополнительная опция.
То есть можно на максимальном уровне сложности ее поставить. Если что, я играю на среднем. Я пока не понимаю, что происходит. Не знаю, может на пролом все-таки можно извернуться? Да уйдите, ну. Не, ну за сердечком идти это бесперспективняк, это сразу. Привет, Барсенка. Спасибо. Не, ну, я просто, я не знаю, как это. Я, прикол в том, что я не могу вниз вернуться. Я не могу вернуться сюда, например, и там... Может, его можно как-то тут заспавнить? Нет? Потому что вот эта платформочка, она в единственном экземпляре. Ну вот, Кощей, я только что об этом сказал, что такой режим есть. Что от любого чиха дохнуть. Называется Doomed Mode. Ой, не-не-не, уйдите. Может, оружие поставить вот это? Привет, Ангел Твич Рус. Но есть, но он ничего не делает. Привет, здравствуй. Что со СКТВ? Я проснулся, тут тихо, нет срачи о войне и политике, никто ничего мамку не имеет, человечество умирает. Я тут вот спасаю небеса. Так что, в принципе, я занят своими делами. Да он вообще не дает мне ничего даже сделать, лол. Наверное, наоборот, надо включить стандартное оружие. Ой, да, стандартное. Оно же, по идее, самое сильное. Блин. Да, вот этот момент на Doomed Mode, он прекрасен, он прекрасен. Эксперты в школе. Ну. Даже экспертам не мешает учиться. Век живи, век учись. Ну, правда, они еще не век живут, но... А как ты глянешь? Нет прохождения с Doomed Mode на Mortal. Не, по-моему, было лучше с тем оружием длинным. А, ну на ангеле, ну. Оно хотя бы чуть-чуть издалека достает.
слову, не было еще ни одного уровня в этой игре, где бы я на самом уровне потратил бы 1000 жизней. На этом уже 771. Привет, Нек. Да не, на Ютубе есть Doomit мод на ангел моде, но только на ангел моде. И то я не знаю, до конца или нет. Блин, что же за жесть? Я не знаю, может все-таки попытаться сердечко это брать? Овер 9000 смертей. Тут, кстати, нет такой ачивки, как в Боше. Ну, кролик-компаньон просто. Он летать умеет. Он ничего не делает. Тут есть компаньон Боше, но я не нашел. Если кто-то знает, как его взять, можно пойти взять, в принципе. А, нет, тогда мне сначала локации придется начинать. Да, нет, тогда не надо. Да, прошел. И это последний уровень в игре. КДЛ. Последний. Последний уровень в Wings of V. На нем будет последний босс. Жесть, я эту игру прохожу с дня релиза ее. Я шатал такое. Надо страту, короче, уже делать на убийство его с минимальным уроном. Ему надо 4 удара. 4 удара по голове, чтобы он умер. Подсказки не возбраняются, если что. А, я же 4 раза вроде бы ударил, чё ты не умер-то? 5 что ли все-таки? Или там как-то от чего-то еще зависит? Не, ну сейчас я вообще в него не попал. Блин, ну я не попал. А, там я иногда попадаю, один тратится, иногда два. На ангеле столько же мобов? Лол. Ну, дефендер, удачи. Lost Vikings? Я Lost Vikings только однажды на стриме видел. Не более того. А что делать-то? А как пройти-то? А как там пройти было просто? Как?
Ну просто как? Я не понял, как там просто пройти? То есть я, ну именно, лол. Не из-за врагов, да, а тупо я платформинг не понял. Привет, Фейл. Ну не знаю, Кофей, я же не всех подряд стримеров смотрю. Наверняка кто-нибудь стримил. Но я просто, ну, не особо знаю игру, поэтому, соответственно, и не знаю, кто стримил, кто нет. Вот если ты спросишь, кто стримил больше, то я тебе более-менее могу назвать, кто на СК2 ТВ стримил больше. И даже примерно докуда кто дошел. Привет, FaceGen. А вот про Lost Vikings я не могу сказать. Походу это все-таки имба оружие в данном случае. Блин. Ну или почти имба. Ну надо просто привыкнуть. Экранов прошел 700 плюс смертей. Ну нормально, почти до конца первого уровня, да, до этого дошел там, ну, я понял. Ну многие тогда делают, многие там робот. Ну да, индивиз, пройдем, что ты, пройдем. Я понимаю, что последний уровень и там же пень впереди. Ну и чё, первый раз живем, что ли? Ну не знаю, решил за сердечком что-то сходить. Вот, давайте посмотрим, там видно чуть-чуть платформинга. Что же делать? Неужели надо сделать подкат влево? И потом там двойной прыжок? Что-то жесть какая-то. А, наоборот, подкат в центр надо сделать. Наверное. Ну, по крайней мере, я отгадал. Да блин, чё он не появился-то? Мне, к сожалению, спамить очень неудобно, да, на геймпаде. Поэтому, ну, тяжело именно. Так бы можно было его в тупую заспамливать и все. Не, ну я надеюсь сегодня все-таки до босса дойти, если честно. Не знаю, насколько это оптимистичные надежды. Ну, по крайней мере, раньше такого еще ни разу не было, чтобы я за стрим не прошел, за два стрима
не прошел мир. А, ну для тех, кто думает, ну ладно. Да думает, это непонятно, ну лол, как бы для кого, ну то есть, ну, хз, что-то слишком жестко. Что-то не получается, я его уже даже без урона проходил. Ну, в принципе, нормально. Нет, тут все-таки выгоднее вправо стоять. Да лол, ну... Если бы еще из-за урона не останавливалась она. Но зато убил. Не, ну первого без урона я проходил, значит, грубо говоря, на Doomed мод я бы уже посмотрел бы, что там выше находится. На самом деле, вот если так уже, ну, без шуток говорить, да, то мне кажется, что Doomed мод вполне можно пройти просто... Но суть в том, что, ну, каждый момент придется заучивать... С точностью до шагов, ну как бы, ну, больше же прошел, а там тоже надо было заучивать. То есть просто как бы сравнить, да, тут я потратил всего 5000 смертей сейчас, да, на данный момент. А в больше я потратил на первое прохождение, ну, практически 27 тысяч смертей. То есть, если бы я тут сразу играл на Думе, то у меня бы тоже, наверное, было бы 20 с чем-то тысяч смертей, но я думаю, что я дошел бы все равно до сюда. Просто заучивать пришлось бы... Больше. На пофиг, не прошлись бы многие моменты. Ну и особенно босса. Опять же, на боссов я тратил не сотни смертей в этой игре, в больше тысячи. Ну, ладно, ну там, тысячи это на некоторых только, а в основном там, ну, около 1000. Ну, то есть все-таки ощутимая разница. Потому что там не прощался урон, а тут прощался. Не, скрипты это фигня. DMC не играл. Вообще слэшеры не особо мое. Ну блин. Мне интересно, а вот Солгрин, он тестировал Doomed мод, получается? То есть, как он понял, что этот момент можно пройти без урона? Ну, то есть, вот, ему надо же было в этом убедиться точно. Ну, как бы, ладно, в боссе там он, может быть, и не тестировал рейп, да, типа, можно пройти или нет. Вот, а потому что, ну, какая разница, это же всего лишь... Какая-то игра в интернете. А это все-таки коммерческая игра. Здесь все режимы должны быть точно проходимы. Привет, Гебастия. Ну да, я понимаю, что когда разрабатываешь, все-таки это проще.
Но тем не менее. Ну блин. Привет, Владислав. Нет, просто... Просто так получается пока. Так, нормально. С одним уроном так прошел. Ну, не падай. Да лол. Когда они начинают заспамливать, управление вообще, ну, оно теряется. Ну, почти, почти нормально сделал. Да что ж, блин, вот он... такой не очень. Уже палец устал. Да почему ты не попадаешь? Вот такая надо ближняя дистанция должна быть, чтобы этот спам сработал. Ну блин, половина здоровья, и куда мне такое? Сердечко брать слишком стрёмно. Мне интересно, тут слева секретка есть? 5 часов? А, ну он на Думит моде играет, да? Нет, Владислава, нельзя. Ну, по крайней мере, не, нельзя. Тем более, тут надо их обязательно убить. Спрыгает навстречу судьбе. В смысле? Так я-то не на демон моде играю, Индивис. Почему я-то должен 5 часов тратить? Ну, а почему я-то должен 5 часов тратить? Я же не на демон моде играю. Да какой 3? Ты смеешься? Мы за 2 часа прошли от начала уровня до сюда. Ты говоришь 3 часа на сейф. Ну, блин. Я просто не понимаю, это шутка или что? Сейчас минут за 20 максимум пройдем. Скорее всего. Ну, по крайней мере, уж точно не за 3 часа. Это не такой уж сложный момент. На этом уровне сложности.
Да опять не попал. О. Тут у меня нету страты нормальной на вот эту вторую битву. Конечно, в идеале надо бы еще сердечко научиться брать, но это такое сложное. Кстати, это тут есть ачивки в этой игре, пройти боссов без урона. И мне интересно, они... Ух ты ж, нормально. Они действуют на ангел моде? Если действуют, то я, скорее всего, в этой игре все ачивки открою. Ну, потом. Потому что на демон моде не надо проходить, чтобы ачивки открыть. Ну и в итоге... Можно открыть все. Если только надо, ну, если на ангел моде работать, я чувствую. Пройти босса без урона. Потому что без урона на морторе пройти, это, конечно, уже дело специфичное. Я говорил, разве что удалю ее навеки. Ну, я, возможно, говорил что-то типа... Ну, надо быстрее уже пройти и удалить, да? Но это как бы так. Образное выражение. Ну, просто. А так, я планирую ее, скорее всего, еще... Вот я вчера смотрел стрим Дефендера, который проходил ее на ангел моде. И он... За один свой стрим прошел до места, до куда я на Mortal моде доходил 6 стримов. Но он на ангел моде, да? Вот. И в итоге, ну, учитывая, что он еще играл это первый раз, да, и практически не видел ничего там, ну, фигня, ты вообще почти мало видел. Но в итоге я думаю, что попробовать ангел мод за стрим пройти потом. Ну, потому что там такой изи, что-то просто пипец. Ну и чё это? Ну, без урона надо этого Кощея пройти. Почему оно не по страте полетело? Так, удаляй. Да почему? Ну ладно, продолжим, но оно вообще не так летит, как я хотел. О, может это лучше страта? А там секретка справа, да, по-любому? Или нет? А, там стена.
Так, да, Владислав, я знаю, но я уже понял, что это будет не особо сложно. Супер Медбой куда сложнее. Но нет в этой игре ничего такого, чтобы домино не осилил, вот честно. Ну да, она очень плотная, она очень выматывает, но... Ну я же прошел. А домино чем хуже. Ну то есть ему там на демон моде не надо проходить для ачивок. Я думал раньше, что надо, а тогда бы это был пипец. А там не надо. Ни Думит мод не надо, ни демон мод не надо. По-моему, даже Mortal мод не обязательно. По-моему, ачивки все доступны даже на ангел моде. Так что он может вообще этот ачивки все открыть там за несколько стримов. Ну, Владислав, он потому что постоянно стримил уставший, постоянно болтал по скайпику и всякие истории рассказывал. Ну, и все такое. Ночные стримы и так далее. Но именно из-за этого. В первую очередь. Привет, пророк. Блин, я разрушил всю платформу. Да почему ты не попадаешь? Ну такое ближнеуронное оружие, это охренеть просто. Может все-таки попробовать стандартным, блин? Не, стандартным я вообще хрен попадаю. Блин, вот Defender играет без подсказок, и он уже пропустил оба оружия, да, вот эти, которые у меня есть. А я еще не все нашел, там еще какие-то есть, да? Ну как, я вообще ни одного не нашел, это мне подсказали на стриме, но я-то потому что не против подсказок. А он против, и сам он не нашел. Но в итоге будет проходить этот момент без этого. Ну, если, конечно, в итоге не попросит подсказать. Ну, удачи ему в этом. И я так понял, этот момент на ангел моде вообще не проще, так что... Что-то пока не прет как-то. Ну блин, я половину тут трачу, это много слишком. Ну еще упал, ну офигеть. Да, нету рандома, но не запоминается. Тут очень высокая точность нужна. Ну ты видишь, очень высокая точность нужна. Вот видишь, сейчас как хорошо прошел. Почему? А у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что хорошо попал.
Ну да, 1 сентября, а чё? Какая разница? Ну, новый месяц наступил. А до этого был август. А еще раньше июль, а потом октябрь будет. Для тебя какое-то значение это имеет? А, подожди, ты разве еще учишься? А, ну да. Ну да, да, да. А я что-то я попутал, почему думал, что пророк уже не учится. А он же только со шкалки недавно выпустился. Не, ну главное, пророк, ты сессию это закрыл. Зимнюю. Вот не попал, там пипец какая точность нужна. Летнюю тоже закрыл? Охренеть. Ну я на третьем курсе в июле закрыл зимнюю. Но это в июле, это типа я еще круто, что ее закрыл. Многие ее закрыли в октябре. Ну не многие, но некоторые. А я типа считается, что размикрил. Ну просто третий курс очень-очень-очень тяжелый. И преподы там такие тоже ядреные. Третий курс халява? Я очень в этом сомневаюсь, пророк. Второй, ну, это довольно странно. Ну, ну, как бы не знаю, может быть, но странно. Обычно почти во всех специальностях третий самый сложный, по крайней мере в технарских. А у тебя-то я знаю, какая специальность. Так что, не знаю, мне кажется, третий должен быть сложным. А что такое? А, блин, у Иры это что-то знакомое. Не помню, как расшифровывается. Или незнакомое. Вертолетный симулятор?
Где-то на главной? Не вижу. А, учебная сервисская работа? Да. Ганшип. Ну, ок, у нас такого не было. Не, ну у нас и так все ходили по желанию пека. А потом сессию сдавали по желанию. На Твиче смену качества дали? Что? На Твиче 4 зрителя. Что-то они расщедрились. Привет, Квелган. Орки халявы были. Ну давай, Владислав, я посмотрю, как ты пройдешь. Ну только не на ангел моде. Тойфул. Америку сварю. Ну вали. Ехай. Да что ж такое? Не попадаю никак. Я пока не могу тактику, просто не могу тактику найти на вторую эту фигню. Ну это вообще завахлил что-то. О, сразу на Twitch некоторые перешли. Как смену дали. Неужели столько людей, у которых не тянет на сурс? Что-то прям странно.
Ну почему ты, ну блин, ну как же его сложно размикривать нормально, ну что без урона прям, вот это вообще очень сложно. О, нормально. Там надо по одной разрушать. Это не так. Неужели на ангел моде тут нету облачков нигде? Что-то я вот прям не верю. Мне кажется, Индивис, ты просто невнимательно смотрел. По-любому где-нибудь стабильные облачка стоят. Сейчас минутку. Не, пророк, так мы говорили про Думит мод. А, в смысле, а, ну да, и самих этих, что ли, легче убить? Ну да, то есть... Ну, то есть, все равно думит на ангеле не такой уж сложный должен быть. Неплохо. Это... Неплохо. Ну, сейчас уже намного хуже. Ну, без урона. Да что ты делаешь, ну? Да хоть убью тебя. Стену, кстати, не убрали вот эту. Да потому что эту хпшку брать очень сложно, ты видишь, мне не с ней проблема. У меня проблемы с тем, чтобы убить того чувака. Да, ну, втолкнул меня этот мелкий козявка.
Что-то вообще не то сделал. Зачем, блин? Ну мог без урона, ну там падал просто. Короче, если я в следующий раз дойду до сюда и у меня будет один хп, то я прыгну направо. Хочу проверить, нет ли там секретки. Нет, сейчас не буду прыгать. Блин, да ну почему, когда я много сюда приношу, я умираю от какой-то хрень? Ну, почему, я не понимаю просто. Как будто бы утяжеляют это хп, блин. Что-то странно, даже на платформу что ли не попал. Что сейчас вообще происходит? Да блин. Тут какой он. Вот прям вот это оружие подбешивают тем, что надо настолько близко, чтобы он подошел. Ну просто ближе некуда. Только тогда оно сработает. То есть прям вот на грани вот урона уже. Что такое? Перестало вообще получаться. Сейчас, надо минутку посидеть. Отдохнуть. Немножко подкарает. Если бы стабильно проходить его хотя бы с одним уроном, нормально было бы. Но когда два или там больше, ну это просто потеря времени.
Но сердечко брать это бессмысленно. Да почему ты туда попадаешь? Что за бред? А если другое оружие включу, у которого дальность действия больше, то я просто не буду попадать, потому что я не могу спиной стрелять. А этим оружием оно вокруг. Может, другую страту поискать какую-нибудь, я хз уже. Ну, для второго экрана. Ну, получил один урон и, естественно, упал вниз. Привет, Тор. Тор, блин, не играй в Винг-Суфии. А, ты же не собирался, ну да, все. Я спокоен. Играй в хорошие игры. Не, ну хотя на ангел моде, конечно, фигня этот Wings of Fee. Просто обычный платформер. Но на Mortal моде это... Фух. Не, ну шоч не за что, а за донат. Тьфу ты, блин. Что это такое? Почему он не убился? Вот-вот, Тор. Короче, прыгну, хочу посмотреть. Ну, понятно. Ну, хотя бы мы узнали. Все равно там не было шансов. Ну, потому что... Индей, пизда. Потому что ты играет, а Тор пусть не играет. Привет, Снап, да. Да, полностью согласен с тобой. Ты прошел? Винг-Суфи.
Теперь слева посмотрю. Понятно. Ну все, мы теперь точно узнали, что секреток нет ни слева, ни справа, ни сверху, ни снизу. А, снап, ну ни хрена себе это, блин. Ну, следующий босс это вроде как последний босс. Но если что, не спойлери. Ну ты знаешь. В принципе, правило. Да что такое? Я не знаю, как проходить того скелета. Это уже этот враг попадался и раньше, но там намного были более щадящие ситуации, чтобы его убивать. На ангеленьких поблажек. Дефендер, дефендер. Привет, Абосмир, это не босс. Где ты видишь, это босс? Это не босс, это просто уровень. Это последний уровень в игре, кто опять же только подошел, не знает и так далее. Не, по-моему, там сила оружия такая же, пророк. Как же его убить-то, лол? И главное, вниз там уже никак не спуститься, чтобы на... Ну, на других платформах его поубивать. Только там, на верхних. Потому что иначе я потом не вернусь туда. А, то есть ты думаешь, что там будет легче именно из-за того... Ну, я понял. То есть все равно на ангел моде легче именно из-за того, что урона, да, меньше получаешь. Только... Не, ну понимаешь, пророк, все равно нужно всех врагов убить здесь. Не, сердце... Слишком сложно брать.
Ой, ой-ой-ой, странно, я что думал, что там еще есть где стоять. Работает, ну видишь, как я работаю? Поте лица. Уже горит эта работа. К тому же, какая работа есть 1 сентября? В шкалку уже пора. Ну, снап, этот момент можно пройти на Doomit мод без урона. Значит, с уроном, но без сердечка тем более можно пройти. Да вот ведь летающая срань, ну. Чтобы никогда не играть. Уровень сложности максимальный? Нет, я чё, похож на идиота, что ли? Знаешь, что там максимальный уровень сложности? Это какая просто задница. Ну, там пипец, охренеешь просто. Если тут ты охреневаешь, то там это удаляй, такое удаляй. То есть там не просто сейвов меньше. Там намного больше урона наносят враги. И, по-моему, у боссов дополнительные атаки еще будут. Попойка? Ну, торт, ну ты же можешь пропустить. Ну, мне это не требовалось, снап. Кстати, у меня 1000 смертей на этом уровне. Рекорд. Никогда не было 1000 смертей на уровне. На ДР? В смысле, Торн, на какой ДР? Ты про чё? У тебя ДР скоро или чё? Я не знаю, кстати, когда у тебя ДР. А, нет, или знаю, не помню. Я никого не помню день рождения. Я про свой-то частенько забываю. Привет, Фас Папе. Ну, Тор, не
знаю. Но это будет не скоро, это же, как бы... Почему настолько заранее вопрос? Это дегустатор отличный. Ну... Что такое, да? Привет, Инферно. Ну, Тор, ну, это слишком ранний вопрос, я не знаю, вообще, ну, не знаю, как бы, не факт, что что-то будет. Не, ну, есть, как бы, определенные мысли, но я их озвучивать уж точно не буду сейчас. Ну, Снап, я знаю, что ты шикарный игрок платформера, но я днище. Не, ну я тоже люблю сравнивать свои результаты с чьими-то другими. Да, интересно. У тебя 540, у меня уже 1020 и еще нет. Нет, а кстати, включая смерти на самом боссе, это неправда, потому что это отдельные счетчики. Или ты специально просуммировал? Да блин, козявку убил. Не знаю, не идет этот момент. Что-то, ну не идет он. Надо что-то решить, надо что-то менять. Надо то ли страту менять, то ли что-то еще делать. Как-то вот не чувствуется, что какой-то прогресс есть. Даже не знаю. Да что-то да, Инферно, не знаю, как-то вот пока как-то вообще что-то вот не идет. Очень скилл рандомный здесь. Ну, как бы дезморалит сильно, когда в каком-то моменте нет прогресса совершенно никакого. А зависть, так я же и так. Это вот это же, да?
Тебя же и так этим бьют, и чё? Ну это, по-моему, самое близкое было. Ну, в смысле, у меня такой нет, снап. Это не unfair, тут нет такого режима unfair. Тут есть там демон мод. Нет, в смысле, не режимы, есть демон мод. Ой, фу, ты думит мод. Purified мод, Hellspawn мод и все, по-моему, да? Вот. А режимы сложности Ангел мод, Mortal мод и Демон мод. Таксист скучный? Нет, хороший стример. Очень, очень круто замутил. Да, видимо, ты просто попал в моменты, может. Не очень. Ну, как бы, ну, тут особенность самого сути стрима в том, что не может быть постоянно чего-то интересного. Ну, я тогда не понимаю смысл твоей фразы, Инферно. Я этого слова не знаю. Привет, Райс. Да тебе вообще хорошо, ты в эту игру не играешь. Вам всем хорошо. Кроме Снапа. Фаспап, иначе ты на неудачные моменты попал. Там с пассажирами бывают очень классные приколы. Так, Снап, если я уйду из этого мира, я же вернусь не на этот же сейф, а на начало мира, по-моему. А это не очень крутая идея. А, Райс, а ты в Боше же будешь на Average играть, да? Продуктивность само собой повысилась. А в какой, говоришь, надо идти? Огненный мир? А что за огненный мир? А какой именно момент?
Нормально, Райс, ничего такого сверхъестественного нету в этих твоих смертях. Ну, то есть нормальное количество. У меня было до Китти отошел где-то, ну, 500 с чем-то. С учетом, что я одну только секретку взял из трех. Ну, можно потренить чувака вот этого. Блин, сколько же у него надо выстрелить, охренеть. Стоп, надо, я не помню, куда идти. Так а куда идти? Подожди, какой удачи всем, лол, снап. Я что-то вообще не понимаю. Привет, Metal Search. Стоп, а как тут пройти? А, они падают еще. Берешь рывок заново, потом поднимаешься, берешь сверху справа сейф и с рывком летишь в самый верхний левый угол карты. Ну так больше не предназначено для большинства игроков Инферно, оно и предназначено для того, ну ты знаешь. То есть, нет, по сложностям он нормально сделал, наоборот даже ЕЗ он зря сделал вообще. Это, ну, это специально так игра сделана, ее суть в том, чтобы она была жопораздирающей. А не в том, чтобы ты смог там легко приучиться, начав там с ЕЗ, там, да? И так далее, то есть, ну, она именно предназначена, чтобы сразу было очень сложно, и чтобы большинство игроков вообще не смогло это пройти. А, ну, а Ви, ну, в смысле, так Ви есть ангел мод, который просто простой платформер, вообще изичный. Ну, ты посмотрел бы, вот вчера Defender играл, это просто изичный платформер, который вообще ничего не представляет. Блин, что за фигня?
Да лола, а как? Чё, я не пойму. А куда надо было? Четыре выстрела, что ли, ему достаточно? Или я все-таки задел ближней атакой? В смысле, что-то Владиславу еще написал в комментах? А, да, это давно... Нет, это старое, это давно было. В смысле, если это будет выходные Тор, а ты не в курсе, что ли, моей рубрики? Подожди, нет, ты же в курсе. У меня каждую субботу в 17:00. Так что, значит, если будут выходные. Не, ну это правильно, что на Average сразу. Ну, Тор, как бы у меня всегда в субботу. Всегда в субботу, так что... Ну... От меня, можно сказать, ничего не зависит. Я не пойму, как там запрыгнуть-то надо было? Нет, Инферно, ну ты не особо тут прав. Как бы, если эта игра коммерческая, это не значит, что она должна быть легкой. Это заблуждение. Но в любом случае, на ангел моде она легкая. Ее любой человек пройдет. Ну, по крайней мере, ну давай так, то, что я видел вот до середины игры вчера у Defender, это любой человек пройдет. Это просто легкий платформер. Ну просто обычный платформер. В смысле, Тор, что ты выдумываешь? Какой послать? Ты о чем? Я тебе говорю, но у меня в субботу, я не буду переносить на другой день. Как бы, а можешь ли ты или не можешь, это, ну, ты уже сам смотри, ну, как бы... Я же не могу знать, можешь ты или нет, но у меня будет в субботу. Блин, да это же, по-моему, жопочная битва. Нет, ну просто ты говоришь, что это какой-то сложный платформер, и стал тем, что сделал неправильно. Нет, на ангел моде это... А, я понял, куда надо. Это обычный платформер. Наверное, надо все-таки взять вот это оружие. Или нет? Нет, наверное, все-таки первое было лучше.
А вот эти смерти, что я сейчас делаю, они что, типа, считаются, да? Но в общий счетчик. Это же типа воспоминания, по идее, не должны считаться. Так, а как там? Блин, так там же, по-моему, нереально. Что-то мне не кажется, что там реально. Да лол, нет, это чушь какая-то. Ну, что-то не кажется, что этого хватит. Да где чуть-чуть-то не хватает? Где чуть-чуть-то не хватает? Там до хрена не хватает, не по высоте, а по дальности. Нет, это фигня какая-то. Я хз, но это какая-то фигня. Я ж не могу это донести, да, по идее, этот рывок. То есть, если я взял рывок, попрыгал, у меня его уже нет. То есть, по-моему, мне нельзя прыгать, да? Или это не тот сейф? Может быть, этот сейф надо было? А. Наверное, сюда. О, походу сюда. Привет, Джастоп Сервер. Да она опять сама пошла налево, вот. Ви просто. Самовольная. А вон и секреточка. Да блин, ну...
Ну, в смысле, ну тут и так нет разделения. Ну, на ангел моде, я же говорю, игра вполне смотрится как вот... То есть можно остальные сложности откинуть и просто оставить ангел мод, и будет, ну, нормальная игра. То есть, в принципе, вообще... А вообще, конечно, это хороший вопрос. Будет ли Солгрин еще игры делать? Пока нет никакой об этом инфы. Блин, тут что-то очень как-то стрёмно. Может там подкат? Но мне кажется, подкат там не вариант, на самом деле. Да блин, бесит этих убивать каждый раз. Зверьков. Да что столкнул меня? Ну, это... Ну, как бы нормально, но я в плане, что... Для игроков, которые, ну, не любят слишком засиживаться в играх. В смысле? Нет, то, что мне нужно, именно там. Ну, в смысле, ну, упор есть, но ты не обязан играть на Mortal Mode. Ты можешь даже, я настолько понял, открыть все ачивки, не играя на Mortal Mode. Так что, Inferno, как бы, упор-то понятно, но это не значит, что это обязательное условие для игры. Ну, то есть, как бы, в чем проблема? То есть, тебя настолько задевает, что здесь есть более сложный режим? Ну, просто ты можешь его игнорировать, и все. Да нет, это раз, я, наверное, даже больше всерьез воспринимаю. Ну, такое чё. Да блин. Да, можно пройти, но только сложнее. Блин. А, там можно же встать. Там можно встать. Я этого не заметил. Там же есть земля. Нет, Инферно. Здесь нет слова easy или нормал. Давай так. Здесь нету слова easy или нормал. Здесь есть ангел мод, mortal мод и демон мод. То, что ты это называешь нормалом, как бы это твоя проблема, да? Здесь есть нормал, считаю, что хард и супер хард. Давай вот так. Вот так лучше. То есть, как бы, ну, почему тебя, если ты просто хочешь поиграть в Wings of Fi, не особо напрягаясь, здесь все для этого есть. Но тебя именно задевает то, что это как бы самый низкий уровень сложности, да? Ну почему? Ну, то есть, как бы, это какой-то принцип, что ли, что вот. Ну, то есть я не понял, то есть почему именно должно быть обязательно это средним уровнем сложности, то, что без напряга проходится. Да, блин.
Да как же тут тонкий тайминг какой, надо очень точно сделать. Ну сейчас сделаем. Это, по крайней мере, лучше, чем тот момент, на котором я остановился. Да, тьфу ты, я все время путаю, что там надо крылья зажать. Конец. It's bullshit time. Let's go. Ну да, поменяли, потому что там на фоне что-то было. Я не знаю, кстати, откуда этот звук вообще взят оригинальный. Ну, в смысле, непроходимого. Знаешь, как бы в Камиле 3 тоже нет ничего непроходимого. Но Пророк, нет, тут ты не прав. Нет, Мотомат очень сложный. Ну, Акузали ли, ну не знаю. Ну, может быть, но... Блин, меня теперь тут больше отвлекает. Hello. Привет, Алекс Уэс. На норме за 40 минут? Ну, не смешно, то. Не, Пророк, ты что-то перебарщиваешь. Ты просто привык к хардкору, и тебе кажется, что это нормально сидеть на одном моменте по дохрена времени. Мне кажется, тоже нормально, но я при этом не говорю, что все игроки так должны сидеть. Так что тут ты что-то прям совсем куда-то уже не в ту степь ушел. Тут есть моменты с очень жестким таймингом, и очень жестким микро, и это такого не должно быть, ну, в играх, которые для простого игрока предназначены. Привет, Плюшечка. Нет, Wings of Fear позиционируется как хардкорная инферно, то есть она, ну, и не... Там написано, ты читал в Steam описание? Там прям написано, you will die many times. Прям как бы сразу предупреждается. Так что нет. Все опять позиционируется нормально. Привет, Картофан. Но я не играл в Battle Toads, но если она сложная, то да. А что, кто-то сказал, что раньше не было сложных игр, что ли, или что?
Новая игра про Бошли в компаньонах Ви бегает. Ну, Пророк, давай ты поиграешь и тогда скажешь, тут есть ли тут сверхсложное или нет. Ну, только опять же, сравнивать сюда не с Камилией, а с, ну, обычными играми. Да что такое? Ну. Да, Defender на Ангел моде, я на Mortal моде. Ну так Инферно, ну в общем, в чем суть разговора была? Что на Ангел моде он есть, Ангел мод официально сразу открыт. Ты можешь на нем играть, как в обычную игру. Как бы и то, что он находится на самом нижней ступени сложностей, как бы, ну, ну какая тебе разница, если ты не хочешь челленджинг, да, ну окей, давай играй на ангел моде, ну кто запрещает-то, никто не запрещает. А как бы то, что этот режим, он считается здесь самым легким, ну какая разница, ну потому что вот так, да, игра сложная, но... То есть я не пойму, в чем именно проблема, да? То есть ты как-то выставил вроде это как проблему какую-то, а я не понял, в чем проблема, если есть то, что легко проходится, есть то, что сложно проходится. Да, в большинстве игр, как бы, ну, легче сложность, ну и что? Ну, главное, что есть же тут легкая. Я в него 4 раза попал. Блин, ему больше надо, походу. Ну, да, сложность, ну, как бы, понятно, что, да, сложность здесь ближе к ванным, к Иванам, но на ангел моде не ближе вообще никак. Ангел мод это совершенно обычный платформер. Ну, то есть он настолько облегчил, что я не ожидал даже. То есть, ну, это точно уж намного легче, чем там Боши на ЕЗЕ, да, это даже не сравнить. То есть ангел мод это, говорю, это просто обычный платформер. Так что как бы какая разница, но как он там позиционируется и что там на других сложностях, если есть то, что ты там или кто-то другой сможет пройти, кто не хочет страдать.
Да просто пророк каждый раз, когда что-то пройдет, он после этого всегда говорит, что это изи. Ну вы, блин, пора привыкнуть уже, это пророк. Неважно, сколько он там год сидел на это проходил, сколько угодно. Если он прошел, все это становится изи. И те, кто не может это пройти, те, ну, лавки, как минимум. Изикорщики. Нет, Тор, не легче, потому что этот набор оружия не надо направлять. А, ну в смысле, или между скелета, но я переключить не успею. Ну блин, не знаю. Нет, это я, ну, вообще-то говорил такое, не сегодня, я же не говорю, что ты именно сейчас сказал. Я говорю в целом про тебя. Просто про твое, как бы, поведение, или как это сказать, характер. Но я думал, что я сегодня дойду до босса. Нет, на Ангел моде это не сложный платформер. Это доказал вчера Defender, который вслепую дошел пол игры за стрим. Прошел пол игры за стрим на ангел моде. Ну а кто сказал, что это плохо, пророк? Кто сказал, что сложно, это плохо? Этого никто не говорил. Ну, может быть, Инферно только говорил. Ну и то, он не совсем так говорил. Он говорил, что ему вроде не нравится. Привет, Фабино. Но я не понимаю этого их скобок, очень странный синтаксис. К3 не стоит лезть не только без опыта, а еще если у тебя есть голова на плечах, тоже не стоит этого лезть. Потому что там настолько издевательские боссы есть, которые просто неинтересны, ну, то есть вот, ну, как бы, ну, не будем сейчас, да, вспоминать, какие там боссы есть, но... А не то чтобы, то есть меня там в Камиле 3 больше отпугивает не сложность, а то, что, ну, очень тупые некоторые боссы, просто офигеть. Мне настолько их неинтересно пройти, хотя вроде бы сложно и даже прикольно обычно, но... 5 пар, ну нормально.
Нет, больше на авере для дотеров, там, ну, как бы, если понятно, что это условно говоришь для дотеров, да? Нет, вполне не для каждого далеко. Далеко не для каждого. Даже на изи не для каждого. Просто у людей нет такой усидчивости у многих. Да, речь же идет, когда я говорю, что, например, там какой-то дотер, ну, условно, да, не пройдет игру, естественно, имеется в виду, что не то, что если он будет там 300 часов в нее сидеть, не пройдет, да, а имеется в виду, что он не будет эти 300 часов сидеть, потому что он дропнет. Вот в этом же суть-то. И как бы это нельзя игнорить. Именно в этом и суть, что не прохождение игр. А не в том, что если вот его заставить там сидеть целую вечность, и типа он даже тогда даже типа не пройдет, то нет, на любой пройдет, даже на рейпе. Но понадобится очень много времени, которое он не потратит на это в реальности. И что, что проходить? Ну, как хочешь. Ну, удачи, Фабино. Ну, то есть, да, как бы, ну, не знаю. Не, ну, как бы, я тоже не люблю такие, конечно, спойлеры. Ну. Ну, вот Just Observer уже забил, походу. Уже спойлерит все. У Defender вчера сидел. Вот у меня уже тоже несколько стримов точно видел. Ну да, забудет к тому же. Не, с тем оружием я легче доходил. Я с этим оружием еще ни разу не дошел до этого скелета дурацкого. Ну давай, удачи. 10 дней не стримит, а вчера целый день стримил. Ну я понял. Всегда так не стримил. Просто убил. Атака убить игрока. ХП очень сложно брать, ну, там, понимаешь, там смысл не в ХП. У меня в основном, когда я дохожу до третьего этапа, да, то у меня не то, чтобы убивает этот скелет, а мне не хватает платформ. Да, ну я понял. Пришел в универ 1 сентября, вылез в долг.
бывает и такое. Ну не знаю, лол, разве? Ну, по-моему, у меня там платформы заканчивались. Не, ну когда мне остается вот столько, там вообще мало, да? То да, меня он сразу убивает. Но когда я приходил с половиной, то... у меня просто платформы заканчивались. Я падал. Инферно, там еще розовые платформы на ЕЗ, но это геймплей меняет. Ну вот, взял. Да, я сегодня смотрел, с утра был Mad Max TV. Да ну, что-то не прят вообще. Да ты уже, блин, 10 раз уходил. Я не могу просто сообразить, что я делаю не так. Я, видимо, все делаю неправильно. Никто постримить там не хочет пойти, ну, кто-нибудь из вас, там, не знаю, Индивис, Тор, кто там еще, ну, Пророк уже не стримит давно. Плюшечка хотел начать стримить. Забил в итоге. Да лоу. Что-то я все кнопки разом нажал. Нет, Пророк, это какая-то чушь. При чем тут восьмой мир мой и твои стримы? Что за бред сейчас сказал? Ну, жаль. Хе-хе.
хиппи, у него там какие-то проблемы со здоровьем. Что за фигня? Ну, почему ты не хочешь его учить, пока больше не добьешь? Ну, не знаю, я вон Wings of E параллельно играю. Ну, как бы, почему нет? Ну, как бы, это просто от желания зависит. В смысле, был стример. Я думаю, что он будет еще стримить. Как-то ты совсем уж печально говоришь. Тут тоже такое, ну, как бы, если ты думаешь, что из того, что ты начнешь учить одно, ты забудешь другое, то это чушь. Ты как бы не забудешь. То есть вот ты один раз больше на рейпе пройдешь, да, ты второй раз уже его пройдешь тоже. Конечно, может уйти довольно много попыток, но тебе не надо будет заново миры учить. Ну, как бы, нет, ну, если пройдет, там, год, там, или типа того, то, да, возможно, что тебе надо будет, там, ну, блин, повторять, ну, как-то вспомнить, да, но это быстро все вспомнится. Привет, Корей, опять, да? Ну, скорее всего, на время, плюшечка, что-то ты какой-то, это, пессимистичный. Ничего не дает. Он дает звуки там, damn it, там, so fucking close. Короче, привычную атмосферу он дает для прохождения. Привет, Тимрир. Ой, подожди, какой привет? Я его порылся же.
Ну, Види будет легко перепройти. По крайней мере, во второй раз. Ну, конечно, чуть-чуть легче, но не настолько. Не, Ктенрир, ну я-то больше взял, пока ты там играл. Да не заспойлеришь, просто не заходи на стримы по МГС5 и делов-то. Нет, что? Что такое Нет Шторм? Не знаю, что такое Нет Шторм. Ну, короче, я вам с прискорбием сообщаю, что на этом моменте я, походу, дропну стрим. Потому что мы уже играем... А сколько мы играем? Ну, почти 3 часа. И уже вымотался я нормально. Это все-таки Wings of V. Это вам не какая-то Hearthstone. Фильм? Нет, как-то пока неохота. Ну, не планировал. Там еще не сейф. Ну его в пень. Это ад. Это ад. Я что-то в шоке. Ядрить. Да почему там сейва нету? Ну это перебор, Солгрин, ты охренел что ли? Just Observer, там... Я забрался наверх, все, забрался наверх. А там на следующем экране еще три врага летит, два червя. И какашка это летит. И сейва нету. Да. Вот это что-то подгораете. Ну на ангеле враги слабее, Индивис. На ангеле враги слабее. Я туда приду, у меня будет очень много здоровья на ангеле. Ладно, на этом стрим заканчивается. В любом случае. Жесть. Конечно, что-то жесть. Что-то прям вообще пипец какой-то. Все, всем спасибо, что сидели. Я не знаю, что с этой игрой делать. Это какая-то срань просто невиданная. Чё-то я прям как-то на дезморале от этой штуки. Блин, что-то у меня на Твиче даже в онлайне нет никого в избранном. Некого захостить. Ну ладно тогда. Ну не знаю, насчет сердца брать. Вообще в эту игру я бы стал... Вообще бы играл с большим удовольствием, если бы не типичный для
ванах unfair сложные моменты. Не просто сложно, а именно unfair, то есть где требует полное знание места и пиксельный миллиметраж. А так хороший такой платформер. Ну, Inferno, вот, я говорю, на ангел моде нормально. Пройди на ангел моде вообще без проблем. Я тебе говорю, без проблем на ангел моде проходит игра. Там сейвов куча. А на этом моменте тебе не нужно ничего заучивать, потому что ты можешь напролом практически идти. Ты просто их спамишь и все, а у тебя здоровье не успеет закончиться. Ладно, все, всем пока, увидимся на следующем стриме. Я надеюсь, что я Wings of Fate допройду. Ну, в смысле, допройду не на следующем стриме, а вообще.